IT-технологии на страже леса. Система комплексного видеонаблюдения в Боровлянском лесничестве Наукограда позволила вовремя обнаружить больше десятка возгораний. Уникальная для Алтайского края система позволяет наблюдать за лесом в режиме реального времени. Пожарные наблюдательные вышки, всего их 11, расположены в 20 километрах друг от друга. Каждая оснащена видеокамерой с 36-кратным увеличением. Они объединены в единую сеть. Так что диспетчер может одновременно следить сразу за несколькими участками. Поднимается ветер. Камера-то она как висела, так и висит, а человеку на вышке находиться на высоте 40 метров при очень сильном ветре как бы не очень комфортно, даже иногда страшно. И поэтому как бы люди побаиваются иногда и в сильный ветер спускаются. А в сильный ветер, как мы знаем, пожар распространяется довольно-таки быстро. Наши камеры, которые стоят на вышках, они неоднократно нас выручали в плане обнаружения лесных пожаров.